Конкурс талантов для детей от 6 до 9 лет проводится в пятый раз. В этом году в нем приняли участие более 2000 ребят со всей области. Они участвовали в 5 номинациях: юный художник, умелые руки, выразительное чтение, юный вокалист и юный танцор. По итогам отборочных этапов финалистами стали 113 дарований из 25 муниципалитетов. Успех каждого ребенка начинается в детстве, в раннем детстве. И вот с 6 лет начиная, мы уже можем им в чем-то помочь, раскрыть их дарования и развить их дарования. Сразу после торжественного открытия ребята разошлись по аудиториям, каждый из которых соответствует своей номинации. Сейчас здесь юные художники и очумелые ручки. 7-летняя Ника Морозова участвует в номинации «Очумелые руки». У девочки очень редкое хобби – валяние из шерсти. Я начала заниматься, когда моя сестра пошла на эту, на валяние идти. Но потом я попросила бабушку, но потом Карина не захотела идти на него. Передумала, ей не понравилось, но я осталась. Сначала я делала мокрым валянием, потом сухим уже. Из специальной шерсти для валяния Ника создает фантик для конфетки. Это конкурсное задание, которое нужно выполнить в течение часа. Вот такие получились фантики для конфет. Еще один участник номинации – Андрей Смольников. Мальчик уже 3 года занимается лепкой из полимерной глины. Говорит, что ему особенно нравится, что из такого пластичного материала очень легко воплощать творческие идеи в жизнь. Например, вот здесь контур выводится, там кладется рисунок, он приклеивается к стеклу с обратной стороны, выводится контур с черными полосками, потом его заполняют вот другим цветом каким-то. Когда все готово, поделка красится в фон и делается как бы вот что-то снизу, и получается вот. В других аудиториях конкурсное жюри оценивает вокальные номера ребят, танцевальные и театральные, где участники должны выразительно прочитать отрывок любимой прозы или поэзии. Почему я? Меня сегодня не должны вызывать. Гороскоп обещал всем стрельцам, а стал быть мне, невероятного везения и стремительного взлета по служебной лестнице. Оценивают ребят преподаватели ТГУ имени Державина, Тамбовского музыкально-педагогического института имени Рахманинова, Тамбовского колледжа искусств, актеры театров, представители творческих союзов и ведущие педагоги детских художественных школ. Сегодня победителями стали 10 человек. Ребята получили грант от Управления образования и науки области, а призеров наградили памятными подарками и дипломами. Алла Белякова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, «Область новостей».